то, собственно, вот это место, куда я ездил на велосипеде и на мотовелосипеде, и потом на Honda Cup, и сейчас приехал на Сибихе. Какая прелесть. Очень мне тут нравится. Дальше по дороге находится национальный парк, я не помню его название, я там однажды ночевал в палатке. И я туда обязательно съезжу, потому что я не добрался до конечной точки, до какого-то озера в горах, туда надо идти пешком. Когда я туда ездил, там уже в горах лежал снег, меня туда просто не пустили. Вот такие прекрасные места от моря, это 20 километров всего-то. Будешь.